настоящий соперник МС Пушкин, известный в узких кругах как Карлик Нос. Я его не знаю, потому что мой паттерн с ним будет интересным, будет много интересных рифм. Надеюсь, что он будет читать нормально и не осрамит имя такого великого поэта, как Пушкин. Покажу свой огромный словарный запас, задавлю его своим статусом. Я надеюсь, что он выучит текст, и ему не придется читать с листа. Все будет аккуратно сделано, рифма будет хорошая, я опущу своего противника ниже плинтуса. Никто из филологов не может нормально читать. Посмотрим, на что он способен.